Всем привет, ребята! Huawei Nova 6, поддержка 5G показали на первых рендерах. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Помимо флагманских 5G устройств, компания Huawei готовит и более доступные модели. Одной из ожидаемых новинок станет преемник анонсированного в начале лета Nova 5. В сети уже появились первые изображения будущего Nova 6, раскрывающие важные подробности об этом устройстве. Судя по опубликованному инсайдерами рендеру, смартфон получит двойную фронтальную камеру, установленную в отверстие в дисплее. До этого компания врезала в экраны только один объектив. На тыльной стороне корпуса можно различить три камеры и дополнительный сенсор сбоку, как в Huawei P30 Pro или том же Nova 5. Предполагается, что одной из ключевых особенностей модели станет поддержка сетей 5-го поколения. Также ожидается выпуск 4G версии смартфона для рынка, где еще нет 5G, что естественно. Характеристики и другие подробности Huawei Nova 6 пока неизвестны. Смартфон могут представить в конце этого или начале следующего года. Ну что же, ждем этот замечательный телефончик. Как вы видите на рендерах, по красоте это действительно очень красивый продукт, и компания Huawei не может сделать по-другому, ведь сейчас у них дела идут очень хорошо. Как мы знаем, уже Америка от них чуть-чуть отстала, и они могут развивать свои смартфончики, и нам это большой плюс. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.